Армения оказалась беспомощной перед лесными пожарами, вспыхнувшими в районе Мегри. И хотя масштаб природного бедствия был не настолько велик, у несчастной Армении не оказалось даже необходимых средств для его ликвидации. И тут на помощь, как всегда, приходит Иран. Ире немедленно бросила все свои силы, а именно технику и пожарных, на тушение огня. Это при том, что Иран реагирует на важные глобальные события, происходящие в регионе и даже в мире, не всегда или слишком поздно, а в случае с Арменией он не заставил себя ждать даже долю секунды. Это в кавычках рвение Ирана могло быть положительно оценено, только если бы оно было проявлено в гуманитарных целях. Однако, все мы уже можем увидеть истинный смысл Тегерана и ереванского сотрудничества. Проармянская позиция Ирана на протяжении многих лет создает угрозу для стабильности в регионе. А Армения, все так же придерживаясь своей неизменной сущности, снова прибегает к своим излюбленным провокациям, заручившись поддержкой Ирана. Поэтому неудивительно, что Ире так скоро поспешила на помощь Армении, чтобы потушить смешной с точки зрения масштаба пожар. Тегеран этой в кавычках благотворительностью дал понять, что также молниеносно прибегал к Еревану и во время войны. Но как бы Иран не пытался это скрыть, благодаря усилиям наших соотечественников все эти провокации были разоблачены. Yok, Azerbaycan niye yoktu? Ermeni var, Azerbaycan yoktu. Azerbaycanlar nasıl inanistirler? Kesin evli değil. Nece? Nasıl inanistirler? Çok nasıl inanistirler? Nasyonalistler. Azerbaycanlar, Sedme Bey devleti Sedme pis şeydi. Yok, pis değil. Ha? Ermenistan çok yapsın. Ermenistan yapsın değil? Adamlar, ben geliyorum, adamlar çok yapsın. Ha? Adamlar çok yapsın. Azerbaycanlar pis değil. Азербайджанда пусть, да? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.